сегодняшний день. Прошло 7845 лет, как закончилась гражданская война среди эвоков и наступил долгожданный мир. Прошли все распри между эвоками, и мы признаны самым мирным народом. Что же нам делать? Да что теперь гадать-то? Утро вечером мудренее. Нет, проснемся, что-нибудь придумаем. Война придет. Наступает сила темная. Настигла она и вас. Дабы зло искоренить, должны вы отправиться в мастерство джедайского школу, чтобы навыки полезные и зло победить. Нравится. Представляете, а ко мне Вася сам магистр Йода пришел. А почему, собственно, именно должны спасти все расы и нашу планету в том числе. Да потому что мы самые сильные! Нашей мощи хватит, чтобы победить зло во всей галактике! А мы самые добрые! Наши теплоты и заботы достаточно, чтобы победить зло! А мы же хуже! Мы самые умные. Главное в борьбе оружие и тактика. А это наша прерогатива. Но только самые бесстрашные готовы пойти в бой против темной силы без страха и сомнений. Стойте, постойте! Нас выбрали не просто так. Нас выбрали для того, чтобы, объединив все наши замечательные способности, мы победили зло. И спасли наших главнокомандующих. Вперед!